Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та її ведуча Олена Клепа. 28 жовтня в Миколаївському міському палаці культури «Молодіжний» відбувся обласний конкурс «Оркестру звуки чарівні». Сьогодні про цей захід ми і поговоримо. Аби розповісти про цей захід, поділитися своїми враженнями, до нас сьогодні завітали Іван Обревко, провідний методист з інструментального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також заслужений артист України, керівник ансамблю народних інструментів «Узори» Миколаївської обласної філармонії. Віталій Мацюк, диригент військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади, капітан-лейтенант. Доброго дня. Та Сергій Пономарьов, керівник квінтету саксофоністів дитячої музичної школи номер 5. Власне, цей колектив і став володарем гран-прі обласного конкурсу оркестру «Звуки чарівні». Всіх вітаю в нашій студії. Добрий день. Пане Іван, розкажіть, будь ласка, про сам захід. Этот конкурс уже проходит много лет, скажем, даже десятков. Он был раньше, в весеннее время проходил, потому что, как правило, к празднику Победы собиралось достаточное количество оркестров, и в свое время их было много. Вот. Но на сегодняшний день получается так, что в связи с тем, что сами инструменты стоят очень недешево, скажем так, и вот влияние других, скажем, культур как бы мешает развитию этому. На самом деле во всем мире жанр духовой музыки очень развит. Взять Германия, Голландия, Франция, Америка, да везде, в Бразилии. Но почему-то у нас получается такая ситуация. Поэтому областной центр народного творчества, мы вместе с Натальей Анатольевной Баштовой решили все-таки попробовать сделать то, чтобы этот жанр был в Николаеве популярен. Почему? Потому что действительно в свое время было достаточное количество оркестров. К примеру, возьмите, практически 100 лет оркестру областного дворца, 90 лет оркестру Вознесенска. Вот. Это уже традиции, и здесь было столько в свое время воинских частей, соответственно, каждая часть имела какой-то свой штатный оркестр. И не только, 61-й завод имел свой великолепнейший оркестр духовой. Опять-таки же, вот этот оркестр ОДК, он был от завода Черноморский. В общем, можно очень долго рассказывать. На сегодняшний день получилось так, что к прошлому году у нас осталось всего лишь 8 девять. Почему? Потому что
он был бы как в подвешенном состоянии. Но за этот год получилось так, что добавилось еще 4 новых оркестра. И это, я считаю, достижением. И вот на сегодняшний день, буквально несколько месяцев назад, мы приобрели, помогли приобрести духовые инструменты в Арбузинске РБК. Вот. А образовались оркестры там, где мы даже не ожидали, просто появляются люди, которые являются энтузиастами этого жанра. И мне кажется, чем больше мы будем рекламировать и взаимодействовать с другими, скажем, жанрами и популяризировать не просто то, что мы обычно привыкли слышать на этих инструментах, а другие жанры исполнения музыки, я думаю, что желающих прийти поиграть на таких инструментах будет достаточно много. И я счастлив в плане того, что в этом году мы сумели собрать великолепное жюри. Значит, голова жюри был это завкафедры Одесской национальной музыкальной академии имени Антонины Васильевны Неждановой, Зиновий Павлович Буркацкий, он профессор, он кандидат искусствоведения. Очень много могу, долго и долго могу перечислять его все заслуги. И он на сегодняшний день один из самых известных музыкантов в этой сфере. Вот. Михаил Полторак, заслуженный деятель Украины. Николай Иванович Николайчук, тоже заслуженный работник, практически все, кто связан с духовой музыкой области, они все их знают. Вот, вот пригласили мы нового человека для нашего захода, Виталий Матюк. Я считаю, это на сегодняшний день один из самых авторитетных, и, скажем так, у него, он настолько энтузиаст своего дела, вот, потому что, когда начинает его играть оркестр, у меня поднимается настроение. И недаром делаем то, что его оркестр был участником парада. Вот. Поэтому я хотел бы это отметить. О самом же конкурсе. Вы знаете, участвовало 16 оркестров. Это хорошо. В связи с тем, что было такое, скажем, серьезное жюри, музыкальные школы, скажем, те оркестры, которые принадлежат к освите, они решили попробовать свои силы. Естественно, конечно, почему? Приезжает профессор, заслуженные все, скажем, люди, они известны, почему не попробовать? Потому что таких, скажем, серьезных, вот как сам поделился глава жюри, он поделился тем, что вот в Одесской области такого конкурса нету. И чтобы собрать и провести такой конкурс, говорит, я просто не помню. Собираются какие-то училища, ну это так, скажем так, это как бы анонсировано. Ну а вот самодеятельность, скажем так, аматоры, чтобы это было от людей, это, скажем так, это очень сложно. Поэтому у нас даже возникает мысль на следующий год, не на следующий год, через 2 года, сделать этот конкурс региональным и пригласить, опять-таки же при помощи наших друзей, Херсонскую область, Кировоградскую, Винницкую, Одесскую, и тогда, чтобы этот жанр начал себя показывать. Чем мы больше будем привлекать большое количество оркестров, тем лучше будет для нашего дела. Тогда можно будет организовывать даже некие парады, и посмотрите, вот как это за рубежом делается. Если делается парад, ну, допустим, фестиваль музыки, скажем, парад оркестров. Где-то через 200 метров идет оркестр, люди выходят на улицы сделать какой-то маршрут, и вот они играют, люди собирают и смотрят. И почему мой ребенок не играет на трубе? Почему не играет на саксофоне, на кларнете, там, на флейте? Почему нет? Это же здорово, и тем более это та часть деятельности, когда человек обогащается. Это разные, на духовых инструментах можно играть любую музыку, абсолютно любую. Не только марши, там, скажем, вальсы или еще что-то такое. Если вот посмотреть то, что делается за рубежом, это действительно, там они играют и рок, и, скажем, из репертуара Queen, из Deep Purple, и Beatles, и, скажем так, из рок-опер, из вот, ну, все, что звучит вокруг них, это исполняет исполнимо на этих инструментах. Тогда появляется потребность в этом. Что бы еще хотел добавить, все-таки, знаете, тяжелое время материальное в Украине. И, скажем так, я бы хотел попросить руководителей все-таки
предприятий, к примеру, там, ну, я не знаю, у которого есть возможность поддерживать. Это просто, поймите правильно, раньше в любом совхозе или колхозе или предприятии был свой оркестр. Это было гордостью. Это должно и быть гордостью. Почему? Потому что это есть показатель духовности нашей нации. Почему? Потому что одна из самых музыкальных наций, мы должны владеть этой музыкой также. Тем более, скажем так, казаки запорожские, у них были свои оркестры, они играли. Почему мы не продолжаем традиции? Почему? Потому что, вот, к сожалению, нас жизнь загоняет в такой угол, и мы отказываемся. Очень дорого стоят инструменты. Дорого. Но если захотеть, можно все сделать. Поэтому вот как бы так. Я благодарен всем, кто помогал нам в проведении этого конкурса. И думаю, что через 2 года мы подготовим другую основу. Будем думать, чем привлечь больше сюда народу. И чтобы Николаев видел, и чтобы Николаев от этого начал приобретать все больше и больше оркестров. В принципе, вот так. Насколько я понимаю, перед этим была целая неделя духовной музыки. Были своего рода конкурсы. И, это уже как точка была. Да, и как мастер-классы. Скажем так, приезжал американский оркестр военно-воздушных сил. Вот, кстати, в нем же и работал и начинал Глен Миллер. Он дослужился до звания майор, насколько мы узнали. Да, это интересно. Почему? Потому что мы увидели, скажем, высший пилотаж в исполнении. И было приятно, когда наши, скажем, коллективы не побоялись выйти, джем-сейшн там даже поиграть вместе с ними. Те очень хорошие музыканты. Но у нас, поверьте, если бы мы имели такую же материальную базу, мы могли бы сделать не хуже, скажем так. Вот. И будем стараться. Мы будем стараться, но общение это приводит всегда к дальнейшему росту. И повышение есть, горизонт, к которому стоит стремиться. Есть высоты, куда нужно подниматься. Это замечательно просто было, в общем, в принципе. Побольше бы сюда, к нам, в Николаев, таких вот, оркестров, музыкантов такого класса. И тогда, поверьте мне, у нас наш музыкальный город, он музыкальный город, серьезный. Вот, просто в отсутствии того, что вот нету филармонии здания, и у нас не столько много приезжает тех людей, тех высот, к которым нужно стремиться. Вот, поэтому побольше бы таких музыкантов, и дело бы наше бы во всех жанрах бы росло. Перед початком конкурсної програми було музичне дефіле. Що це за музичне дефіле? Так, це було дефіле. Ми, як кажуть, своїм оркестром таке придумали український блок, попурі українських пісень, в якому поєднали всі, класичні українські народні пісні, в якому зробили таке музичне попурі, де не тільки грають українські молоді, а ще й ходять, показують шоу, як для дітей, ну і для глядачів, які прийшли на той, конкурс «Звуки чарівні». Нас запросив Іван Іванович, Наталія Анатоліївна, каже, вони хотіли прийняти участь в цьому заході для того, щоб, з моєї сторони, з точки зору і колективу, пройнялися тим, що це діти, це майбутнє наше покоління, яке приходить також з часом до нас війська, музикантами, артистами. Тобто також, ми, були не осторонь, а навпаки, піднімаємо дух патріотизму і, заохочуємо їх якимись, моментами, щоб вони хотіли до нас йти. Ну і вони, напевно, їм сподобалося, бо діти були вражені. Ми не тільки грали українські, і сучасні композиції, і їхні, які вони слухають там на телефонах, дивляться телебачення. Тобто, вони були, напевно, в захваті. Хто в цьому брав участь, я так розумію, всі учасники вашого колективу, так? Так, всі приймали участь, так. А хто у вас зазвичай бере участь? Зазвичай беруть участь, ми набираємо, за контрактною основою. У нас є певні категорії, під яким підлягає даний кандидат, який приходить до нас в підрозділ військового оркестру, військова частина 2062. Тобто є вимоги до посади, на яку категорію, в певний рівень освіти, який в нього, який він має професійні свої знання, навички і вміння, для того, щоб опанувати дану ту чи іншу посаду. І тоді проходиться відбір, він здає іспит свій, і ми пропонуємо йому
як кажуть, заохочуємо його бути в цьому підрозділі. І він на рахунок того, що як він себе як показав, так і він і обрав ту певну посаду, яку він знаходиться. У нас є віком від 18 до 59 років. Є такі та рівень освіти і вища освіта, і консерваторії, і училище. Ну, є різні люди від 18 до 59. Тобто колорит, як кажуть, різноманітний. Ну, ми ж військові, значить, дисципліна, порядок, не тільки, як кажуть, грати все це. Ну, відповідальні, як кажуть, з відповідальністю дивляться на це все, і не тільки, що для дітей. А ми взагалі, як військовий підрозділ, завжди, як кажуть, даємо можливість показати себе. Люди хай нас оцінять, бо любий глядач – це завжди найкращий для нас суддя. Ну, і ми запалюємо серця, піднімаємо бойовий дух наших військовослужбовців, які тут, які знаходяться безпосередньо на захисті нашої територіальної цілісності України. Тому ми їм, як кажуть, піднімаємо той бадьорий настрій, бадьорий дух, що ми дійсно є українська нація, ми єдині. І молодому поколінню ми прийняли участь для того, не тільки так пограти, але того, щоб і показати діткам, що приходьте до нас, ми також будемо з вами приймати активну участь, і ви в дальнішому десь теж десь в якийсь оркестр там, чи якісь інші музикальні підрозділи, чи училище, чи в інститут якийсь хтось поступить. Тобто їм буде цікаво. Ну і користуючись нагодою, хочеться подякувати тим керівникам, що мають хоча б на наш даний час ту певну кількість людей, дітей, які хоч приходять, і батьки. Теж вам велике дякую батькам для того, щоб вони, як кажуть, дітям надають таку змогу, щоб вони хоча б мали, як кажуть, ті музичні вподобання до музики. І десь, може, батьки самі займаються музикою, там, не знаю, там щось захоплюється, або просто якась імпонує якась музика, що десь колись хтось грав на саксофоні, чи на кларнеті, чи на трубі. Тобто для дітей, напевно, це інтересно. І діти, коли приходять в оркестр, також, напевно, відчувають себе, як кажуть, в цій сім'ї музики, мистецтві. Я думаю, нам про дітей найбільше зможе розповісти пан Сергій. І наскільки я розумію, ваше життя творче також пов'язане з військовими оркестрами. Так. Я відслужив в воєнному оркестрі 26 років. И плюс еще 9 лет я работал служащим в оркестре. Так что огромный кусок жизни я отдал военной музыке. А чему вы решили подальше свое життя повязать вот с дитячими коллективами? И кого вы сейчас выховываете? Ну, вы знаете, музыкант – это состояние души, это потребность. Вот. И когда я уже ушел из военного оркестра, я стал работать в музыкальной школе. Мне это очень нравится, я люблю детей, и мы работаем, занимаемся, поднимаем уровень, интеллектуальный уровень ребенка. Вот. Я вот так смотрю, у меня, в принципе, из детей, у родителей никого нет музыкантов. Вот. Но, тем не менее, дети с удовольствием занимаются, и, конечно, можно было бы и больше детей иметь, но дело в том, что сложность в том, что еще инструменты дорогие, а их надо покупать. Вот. Так что вот в этом еще есть проблема. Но все, тем не менее, мы родители вот находят возможности, покупают инструменты, и мы занимаемся с ними. Ваши вихованці стали володарями гран-при областного конкурсу. Чи очікували ви такого результату? Ну, мы стремились к этому. Кожен, мабуть, той день сподівається, що... Да, вот когда была такая передача на телевидении «Детский майданчик», вот, и там у меня фотографии есть в классе ансамбля саксофонистов. И ведущая спросила, а вот сейчас есть? Ну, на тот момент у меня были малыши, и не было ансамбля. Я говорю, ну мы об этом мечтаем. Вот сейчас мы осуществили эту мечту, и поэтому мы очень все в восторге от того, что мы получили гран-при. Вот. Ну и, конечно, хочется дальше продолжать. Ну, наскільки я розумію, уже тоді намагалися створити ансамбль, адже в нас є можливість переглянути невеличкий відеофрагмент саме з дитячого майданчику. Також дитячий колектив, тож пропоную подивитися. Thank you.
брав участь у квинтете та скільки готувались? Ну, дело в том, что это ученики старших классов. Вот. Участие брали саксофон сопрано Никита Плешивцев, саксофон альт Саша Дробот, второй саксофон альт Настя Куйбер, саксофон тенор Алина Галюк и саксофон баритон Богдан Бадмідра. Які враження у дітей залишились від того, що вони отримали гран-при, найвищу нагороду? Ну, дело в том, что мы принимали участие в конкурсах и до этого, вот. Но там мы такие места не занимали. И когда мы получили гран-при, конечно, дети были в восторге. Вот. Ну, естественно. Я хотел бы добавить, что голова жюри, скажем так, особо отметил этот квинтет, потому что он по специальности является тоже кларнетистом и саксофонистом, и в академии он преподает эти инструменты, и он сказал, говорит, пожалуйста, приезжайте, поступайте к нам уже. Вот. А вам дети, вихованці ваші не розповідали, чому обрали саме такі музичні інструменти? Ну, дело в том, что всем нравится саксофон, поэтому... Інструмент популярний, поэтому вот они так. А чи кожному до снаги навчиться грати на такому інструменті? Ну, наверное, все ж таки Бог дає какие-то способности человеку. Но если часов по 5, по 6 в день заниматься, то можна достичь, да, определенных результатов. Головне, щоб було бажання, мабуть. Да, да. Ніяка електронна музика не може замінити живу музику. Чи згодні ви зі мною? Ну, во-первых, начнем с того, что звук – это прежде всего вибрация. Вот. То, что мы слышим, скажем, искусственно, ну, скажем, есть такие слова еще, вот, пришли к нам сэмплы, это звучание реального звука. Оно никогда не заменит дышащий звук, когда это происходит от сердца, когда это от души, и взятая нота в какой-то динамике или в каком-то контексте никогда, скажем так, не будет действовать как искусственный звук. И поэтому я все-таки думаю, искусство, оно будет пробивать себе дорогу и в дальнейшем. Почему? Потому что каждый хочет сам себя выразить. И если, вот, например, саксофон – это великолепный инструмент, все инструменты хороши. Но хочу сказать, заниматься, конечно, очень много нужно, но хотел бы сказать фразу, которую говорил человек, классик, скажем так, талант – это только пропуск школы мастеров. Это только пропуск. А все остальное время человек должен заниматься. Это очень серьезнейший труд. И очень долго, скажем, как говорят, искусство требует жертв. Поэтому, и музычное мистецтво тоже. Да, да, да. Очень просто, когда все заготовлено, нажал кнопочку в компьютере, и у тебя там уже еще или две, или три, и у тебя практически звучит полуоркестра. Ну, а на самом деле это серьезнейший труд. И, поверьте мне, очень тяжелый труд. А я бы добавил, что звук – это вибрация, а тембр – это индивидуальность. Вот. И дело в том, что каждый инструмент, он имеет звучание, но плюс еще тембр. Вот. А тембр – это красота звука, это все, это богатство звука. Это... Поэтому, его краще могли слухати вживу. И поэтому, а тембр, это у каждого музыканта, это свой тембр. Ну, как и у вокалистов. И... Ну, скажем, в вокале четкое определение есть. Нету двух одинаковых голосов тембрально. Это во всем мире вы не найдете. Хоть как бы там не пародируют, но на самом деле это очень сложный вопрос. Ну, вот. Про тембри це вже окрема тема. Да, да. Ми, я думаю, може ще зберемося і поговоримо вже на цю тему. Да. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. І на цій позитивній ноті ми завершуємо наш ефір. Дякую, що ви також були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.